Добрый день. Сегодня у нас живой обзор бруса из деловой древесины, естественной влажности, зеленый лес. Зеленый лес означает, что брус был распущен из дерева живого, спиленного дерева. Вот, он более прочный по сравнению с сухостоем, менее подвержен гниению. Брус у нас укладывается аккуратно в штабеля через проложки. Делается это для того, чтобы он обветрился со всех сторон, не посинял, не покрылся плесенью. Ну, это защищает таким образом от гниения. Вот сам брус, вот, как видите, может содержать вот такие вот небольшие трещины. Но бояться их не стоит. Наоборот, это означает, что брус уже подсох, уже готов к применению. Также могут быть встречаться вот такие частично сросшиеся небольшие сучки, вот крупные сросшиеся сучки. Обзол может попадаться. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы сортируем доски и брус. К нашим клиентам деловая доска попадает 100% отсортированная по ГОСТу. Часто такой брус покупают для возведения стен деревянного дома, на лаги, балки перекрытий. Настоятельно рекомендую перед монтажом брус уложить и просушить в штабеле, как это сделано у нас. Сверху накрыть его настилом, но так, чтобы он проветрился со всех сторон. Если таким образом не просушить, он попросту сопреет, когда вы закроете его утеплителем, пленками. Из-за этого может покрыться синевой, гнилью. В среднем сушить таким образом надо месяц. Но, как я уже сказал, и вы сами можете это видеть, доски и брус у нас уложены аккуратно в штабеле, сушатся естественным путем. Всегда можете попросить замерить уровень влажности у нас на базе. Если она в районе 18% влажности, то такой брус уже можно использовать в строительстве.